Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас заключительная беседа по китайским измерительным приборам. Так, у нас две посылочки вверх. Это что такое у нас? Ага. Это у нас для аккумуляторной батареи, этой, как ее называть, отвертки батарейки, ну-ка. Во. Войдет. Это вот такой хлам был. 8-го года, что 12 лет, и не знаю, короче, вдох. Попробуем. Ладно. Где у нас? Самое главное вот здесь. Скоро Новый год и день рождения. Начинаем запасаться подарками, но еще не поздравляли. Значит, когда будут поздравлять, чем-то еще подхватим. О. Во. А, китайский запах. Вот он. Smart Digital Multimer. Это мы не знаем, что такое. Гвада. Гида. Неважно. Мы английский не изучали. Так. Потом на сайте пробежимся. Вот его чего. Умеет. Его функции. Вот это коробочка. User manual. Такая вот пластинка. На английском языке. Ну так, пускадоумию мамы ее отложим. Коробку. О, даст из фантазии штук. Шайтанома. Машина. Вот это правильная табличка. Так. Так вот, чахольчик. Так. Нас всех зовут смутные сомнения. Угу. Что мы имеем? Такие щупы. Говорю сразу, щупы не стандарт. Вот эти диаметры, по-моему, 6. От классического. Где он тут? А вот у такого здесь 8. Значит, еще в случае чего еще побегать с щупами надо будет. Но я думаю, это в случае чего не произойдет. В комплекте вот 4 батареечки. 20-32. Вот сам этот шайтан машина. О. Такой плотненький кейсик, кошелек. Вот. Ничего похоже. Похоже на смартфон. Ага, о. Это вот что такое вот. Хорошо защитная пленка. А так швахнуто это. Внушительная царапинка. Китайцы, что с них взять? Так. Китайцы, что нам надо? Да? Такая резиновая галоша, так сказать. Кстати. Вот галоша от телефона практически то же самое. По габаритам смартфон. Так. Фонарик. Вот у нас GD 118V модель.
У нас не разъемов. Давайте ставить батареечки. Как всегда. Вот она, универсальная китайская трёхка. Универсальная, не лезет. Так-с. Да что такое? Тебе первый раз со мной такое. Ладно. Врешь, не возьмешь. Я Чапаев. Да что ты будешь делать? Вот закрутили. Так, а нам что откручивать-то надо? Нам, скорее всего, вот эту откручивать. Среднюю. Куда я полез? Точно. Во. Две штучки. Раз. Запас. Бумс. Бумс. Пискнуло. Да, я сейчас тут горячий бы его распотрошил. Очень рано приехал, на 12 дней раньше. Обрадовался. О. Ну что, пока защитную пленку драть не будем. Центр. Так вот она глубоко заходит. Вон она. Вся вот эта глубина. Миллиметр 12-15. Вся туда. Шик. Вот. Значит, мне его подарили, а так цена-то... Цена его 1600, в общем, 3500 было, сейчас оно 1700. Вот. Ничего тут, в отличие от классического, тут ничего крутить не надо этим рычагом. А 4 кнопки всего управления. Так, вот он сейчас в режиме авто включился. Вот такой, так сказать, как это называть, спидометр. Можно назвать так. Где тут поярче-то? Так, отражается. Сейчас найдем. Засвет. Ну вот как-то так, что ли. Ну-ка, если вообще убрать. Нет, что-то... Телефон начинает сдуваться. Такая, если побольше. Давайте посмотрим, что тут. Во! Что-то с чем-то. Грубо говоря, вот так. Съемщик хреновый.
Ну вот, пример. Значит, короче, чего? Это все уберем. Вот он сейчас в режиме авто. У него. Вот стрелочка. Режим все здесь указаны. Вот у него. Что это у нас тут такое? Вольтаж, сопротивление и прозвонка объединены в одну функцию. Ничего переключать не надо. Смело можно включать. Ну, я думаю, это если к этому привыкнуть, то старый классический спалишь за раз, потому что там все-таки надо эту крутилку ворочить. Так что уж если чем-то мерить, надо какой-то один. Второй, потому что старинный, скорее всего, каюком будет. Так, ну чего, попробуем, что ли? Так, на чем нам попробовать? Давайте сопротивление. Так, ну давайте сначала прозвонку. Так, прозвоночка. Замыкаем. Вот, загорается лампочка, но... прозвонка с задержкой. Раз, два, две секунды где-то. Вот. Я не считаю это недостатком. Просто надо бы помнить. Вот. Давайте сопротивление. Ничего переключать не надо. Так смело берем. И втыкаем. Так, сопротивление. Вот. Он на 160, пока 163. Давайте на классике проверим. Я уже не помню. Классический. Опять это сопротивление. Да, сопротивление. Щупы-то. Так. Стоп. Не контакт. Что-то. Сегодня что-то. Пятница 13-й точно. 162. И 8. Так. Я вот уже забыл, сколько этот. Так. Ну, в принципе, тут десятки. 165. Это нас. Главное, что 160 ом есть. Есть, а все остальное. Да. Годный. Так, что я хотел еще? А, батареечка. У нас есть батарейки? Есть у нас батарейки, вот. О. Полтора. Показывает постоянный ток. Так, ну что, рискнем 220 заткнуть. Так. Это у нас вот вольтметр. Тут у нас 220. Как ни странно, сегодня ровно. Так что ничего переключать не надо. Запихиваем. Вот. Показывает 218. 222 вольта. Ну, в принципе, переменный ток. Наверное, нормально. Вот. Вот он сразу 50 Гц показывает. Шайтаново. Вот это я не знаю, что такое. Авто. А, кстати, температура. Наверное, корпуса, скорее всего. Ну, окружающей среды, грубо, термометр. В общем, эти все три функции объединены в одну. Смарт называется.
тут что у нас еще? Амперы, конденсаторы, диоды. Вот это не очень интересно. Так, вот давайте вот эту штуку. Чего из-за чего? Вот оно переключается. Одной кнопкой вот этой правой. И больше вот этой функции. Так, у нас что пищит? Ага, вот оно запищало. А что оно пищит? Оно показывает напряжение. Начнем проверить-то. Сейчас. Вот проводку хорошо искать. Вот у меня под стеной идет провод. А, вот он где-то здесь и идет. Показывает. Так что удобная штука. Сейчас он что пищит, не совсем понятно нам тут. Наводки всякие. Ладно. Вот. Еще можно тут. Вот. Вот это фазный провод. Можно искать. Фаза 0. Так, ну еще что тут? Фонарик. Вот он. Так, давайте потушим. Фонарик. Вот такой фонарик. Довольно-таки ярко. Можно щиток подсветить. Фонарик. Ну и соответственно светится сам дисплей белым. Так, а как он выключается? О, погас. В общем, надо, короче, тут еще что-то, он мне тут сигналит, что тут все под этим под напряжением. Так, а это у нас чего? А. Так. Чудеса, когда свет включен, синим дисплей светится. Подсвечивается. А когда свет выключается, подсветка становится белой. Так, чего у нас сбилось? В общем, такой аппарат. Давайте чуток глянем, что там китайцы нам бредят. Экс, это у нас Алик. Да, 1000. Давайте вот так лучше. О. Новое поколение, цифровой мультиметр, смарт, мультитестер. Такой аппаратец.